Уходящий год стал для предпринимателей непростым, но в то же время активным и насыщенным на события. Саровчане участвовали во многих мероприятиях и конкурсах, получили грантовые поддержки. Более чем в половину в этом году выросла финансовая поддержка предпринимательства. 49 бизнесменов получили субсидии по разным программам на сумму более 16 миллионов рублей. Все это получилось благодаря слаженной совместной работе администрации города, Центра поддержки предпринимательства и Ассоциации промышленников и предпринимателей Сарова. В этом году впервые введены гранты начинающим молодым предпринимателям. У нас три начинающих молодых предпринимателя в этом году смогли получить финансирование по 500 тысяч рублей. Также продолжают активно участвовать в конкурсах самых разных наши социальные предприниматели и на региональном уровне, и в Сарове в проекте «Путь к успеху». Самых активных предпринимателей года чествовали в актовом зале администрации. Многих наградили благодарственными письмами за активную социальную работу. Виталий Зюкин в этом году официально стал уполномоченным представителем поддержки предпринимательства на территории города, а также как руководитель внес вклад в развитие социального предпринимательства. Вот это, наверное, первые года в моей практике предпринимательской, когда наши с вами руководители городские, они не просто развернулись навстречу к нам лицом, они идут и делают конкретные шаги. Наша с вами задача, как предприниматели, идти навстречу, потому что эта дорога взаимоотношений между властью и бизнес-сообществом, она с двухсторонним движением, это безусловно. Также на торжественной церемонии награждения подвели итоги конкурса «Новогодний рекламный бюджет», где предприниматели рассказали о своем бизнесе с помощью видеоролика. Мероприятие прошло в нестандартном для стен администрации формате. Гости играли в игру «100 к 1», а также послушали живое вокальное исполнение, зарядились положительными эмоциями и предновогодним настроением. Предприниматели выделяют, наверное, главная черта – это некий несгибаемый стержень, который позволяет им двигаться вперед, невзирая ни на что, который позволяет достичь своих целей. И вы понимаете, что у вас ответственность только перед самим собой, у вас нет руководителей, вы понимаете только то, что есть ваша миссия в жизни, и вы ее придерживаетесь. После мероприятия предприниматели получили подарки и сделали традиционную общую фотографию. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.